Всем привет, с вами магазин Десорт. Сегодня мы произведем обзор каталога от производителя Александра Аория под названием Бриз. Это коллекция тропических, в основном таких дизайнов необычных, с листьями. Видите, здесь листья монстеры, леопарды, такие вот красивые, яркие, контрастные дизайны. Довольно акцентные. К ним в компаньон предлагается либо вот такой вот вариант, даже не знаю, как это назвать, похоже на какую-то клетку, что такой геометрический орнамент какой-то есть здесь и в этом присутствует. Фон, смотрите, какой дорого-богато смотрится, такой золотистый фон, очень тщательно проработаны светотеневые области и смотрится очень объемно. Видите, фон, он уходит на задний план, а вот это вот сам рисунок, похож на какую-то вышивку, он смотрится объемно и выходит на передний план, наоборот. Есть еще вот такой синий компаньон. Обратите внимание, цвета те же самые, которые использованы в основном в принте, чтобы это гармонично между собой сочетать. Ну, здесь просто такая какая-то вертикальная абстракция с мелким рисунком довольно-таки. Также есть мелкий геометрический орнамент, похож на такие маленькие бриллиантики. Конечно же, имитация грубой мешковины с крупной фактуркой. И вот такой вариант абстракции. Тоже можно как вариант использовать. Цвета здесь различные. Красивый очень такой салатово-оливковый цвет у этих листиков. И оформление одной из стен в спальне, пожалуйста. Цвета есть довольно классические, бежевые, серые. Смотрите, какой красивый шоколадный оттенок. Такой, знаете, все кофе с молоком. Есть более яркие для любителей акцентировать все внимание на стену. Привлечь взгляд, так сказать. Видите, такой зеленый орнамент на темном, ближе так, к черному фону. Тоже смотрится очень эффектно. Монохромные варианты, если вы любите что-то более спокойное, у вас какой-то классический интерьер, минимум цветов, все такое в черно-белой гамме, это ваш вариант. Эти обои производятся путем горячего тиснения, за счет этого они более устойчивы к свету, не выгорают со временем, устойчивы к механическим воздействиям, их можно мыть, это моющиеся обои, у них метровая ширина, и по материалу это винил на флизелиновой основе. Есть очень яркие варианты, красивые, смотрите, какие оранжевые, фиолетовые, иногда спрашивают фиолетовый цвет, даже я не назову его фиолетовым, какой-то малиновый, вот этот ближе к фиолету, прекрасное сочетание. Светленькие молочные оттенки, серенькие. В основном, видите, дизайны линейкой определена, просто цветовые решения меняются. Ну, какие-то серые с оттенками какао, беж от светлого к темному. Спасибо, что смотрите наше видео, приходите к нам в магазин.